Что? Охотник за кладами не притомился? Нет. Ради клада я готов. На все. Молодец. Тогда я продолжу. В архивном сейфе обнаружено досье. 1980 год. Зарождение клана детства в резиденции школы искусств. А сейчас будет ее колыбель. Вот она. Очень быстро певцы клана обрели авторитет и переехали в концертный зал. Переезжают, видишь? Жизнь певчих в семье хоровой мафии была нелегкой. Чтобы простоять трехчасовые репетиции и двухчасовые концерты, клан занимался все 12 месяцев. Занимаются. Мафиози, достигшие высокого уровня и определенного возраста, становились старейшими клана. Они добровольно возлагали на себя обязанности по опеке и наставлению вновь завербовавшихся. И так год за годом мафия растет и разрастается. Этому нет предела. Пойдем, а то нас застукают.
Thank you.
Пойдем, милый. Пойдем, пойдем, расскажу дальше. Где ты, горемыка? Ой, что ты бледный какой-то. Ну-ка, а так? Теперь я бледная. Ладно, пойдем отдохнем немножко, минут 10. Ой, уважаемые зрители, ну и вы отдохните. Антракт! Ничего не понимаю. Да почему мафия? Почему клан? Это же просто хор. Детский хор. Притом очень даже симпатичный. Вот. Это прямо таки хороший хор. Угу. Вот если б я знал это с самого начала, я бы никогда, слышишь, никогда не решился бы на это преступление. Да мафия, это не в смысле мафия, там золото, бриллианты, погони. Мафия это в смысле семьи, ячейки целого организма, понимаешь? Так, а ты что, передумал? Ну, я не знаю. Но мне хочется послушать еще. О, так это уже хорошо. Непременно послушаешь. На сцене хор хороший. Побежали слушать. Песен простор.